Азербайджан и Армения обменяются списками военнопленных и телами погибших в зоне Карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В течение одной недели стороны передадут Международному комитету Красного Креста список военнопленных, содержащихся в настоящее время под стражей. МККК и ОБСЕ требуют предоставления необходимых гарантий безопасности, которые позволят осуществить обмен. На встрече глав МИД двух стран в Женеве также подчеркнута недопустимость обстрела гражданского населения и невоенных объектов. К слову, именно Ереван постоянно берет под прицел мирных жителей. В результате артиллерийского и ракетного обстрела азербайджанских городов вооруженными силами Армении погибли десятки людей, сотни получили ранения. В Швейцарии стороны также провели открытый и предметный обмен мнениями о переговорных позициях. Сопредседатели заявили, что продолжат интенсивную работу для поиска мирного урегулирования конфликта. Прозвучал и призыв полностью выполнить взятые на себя гуманитарные обязательства. Напомним, что ранее Азербайджан в одностороннем порядке передал Армении тела 30 погибших военнослужащих.